Казахстанский спецназ принял участие в международных соревнованиях «Warrior-2015» в Иордании. Седьмые ежегодные соревнования военных проходят в Аммане в учебном центре специальных операций короля Абдуллы II. Противниками нашей сборной стали силовики из Иордании и России. Всего же в турнире участвуют 42 команды из 19 стран мира. Казахстанцы, представляющие Министерство обороны, состязались в стрельбе, выносливости, умении работать в команде, навыках штурма и горной подготовки.